Хей-хей-хей, всем привет, рад приветствовать вас, друзья, на канале, с вами доктор, и это Окупи Марс, продолжаем оккупировать. В общем, ребята, я подумал так, ну и в принципе и по игре идет так, для того, чтобы нам с вами дальше продолжить строить, нам необходимо две вещи. Первая вещь — это расширяться, то есть ставить еще одну мастерскую, ну а вторая вещь — это ни много ни мало, надо нам с вами находить планшеты, чтобы открывать больше чертежей, потому что некоторые чертежи... Я так понимаю, только в планшетах. Поэтому сегодня у нас будет с вами исследовательская серия. Я за кадром потестил уже болгарку. Видите, все вокруг той базы уже все спилено. Внутри тоже все спилил нафиг вообще полностью. Болгарка работает, работает неплохо. Собирает она гораздо больше ресурсов, чем собирала. В общем, много говорить не будем. Время 9 утра, уже 9:30. Я думаю, самое время стартовать. Приглашаю вас присоединиться. Для поддержки сразу поставьте лайк. Есть что сказать, конечно же, пишите. Но сейчас устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Так, первое, знаете, что я хочу посмотреть? Можем мы сейчас что-нибудь улучшить? Что я хотел из древа технологий? Экономия скафандра энергии. Да, в принципе-то он особо меня пока и... не беспокоит. Мне бы вот среднюю панельку. Для этого нам необходимо найти эффективную фотовольтаику какую-то. Вот ее как-то найти надо. Да. А остальное все... О, так у меня и механика есть. Слушайте, мы можем капсулу забубенить. А вот это уже интересно. И капсулу, поди, с собой можно брать, а? Давайте мы... Так, подожди. Стоп, рука дрогнула. Расширение колодца, резервуары, жилая капсула. Это уже пристройка именно к базе. Да, это уже пристройка к базе. Так, ладно, давайте. Ну тут по-любому надо капсулу нам шмякать. Шмякать тут вообще без разговоров. Давай, делай капсулу. Да, отлично. Так, в механике у меня пусто, в ботанике у меня один еще добавили. А, вот, это у нас переработка продуктов. Вот, короче, у меня появилась капсула и переработка продуктов. Интересно, в чертежах жизнь, капсула. Она просто так может ставиться? А, ну это вот та капсула, которая... С которой мы с вами, да. То есть ее можно типа с собой таскать. Ну это же люто вообще. Это что мне тут с собой сколько? Да в принципе-то немного ей надо-то, по идее. Но это надо ей еще, наверное, что-нибудь подключать там или что. Ладно, давайте мы потом с этим разберемся. Переработка продуктов — это хорошо. У меня, в принципе, с продуктами пока все нормально. Ну и картофан тоже нормально набралось. Так что поедем чертежей мы... А, вот, куда поедем-то? Давайте выберем жертву. Куда мы поедем? Просто куда глаза глядят. Так, давайте посмотрим. Вот мне интересно, вот это что это у нас? Конец карты, что ли? Прям вот, ну не может такого быть. Почему? Вот, что за полоска такая вот странная? И здесь вот, видите, тоже полоска странная. Давайте вот сюда поедем. Отслеживать. Да, пожелти мне тут дорогу. Так, ну, квадрик наш заряжен, заправлен. Поехали. Я думаю, нам хватит. 80% за глаза. Да, ну он, конечно, повеселее гораздо. Вон фары даже задние горят. Гораздо веселее едет, чем тот. Но я думаю, нам, в принципе, этого и нужно. Вау! Видали, какой тут у нас ралли Париж-Дакар. Марс-база. Тихо. Не хочу включать дифференциал, ребят. Мне без дифференциала больше нравится. Можно подрифтить. Все дела. Действуем сейчас по такой схеме. Забегаем, собираем. Кстати, можно напилить сразу кучу. Да, я буду пилить, знаете, вот эти вещи, где содержится у нас малая плата. Это батареи,
распределители энергии, то есть трансформаторы. Все это буду пилить, и там будем уже и собирать как раз заодно и батареи. Ну и плюс сейчас посмотрим там. Не знаю, сколько мы успеем. Вот сейчас время уже сколько? Время 11, мы еще и до одной не доехали. Ну, может, там рядом все-таки будет несколько баз. О, смотрите, она какая большая база. Ух ты. Может, что-нибудь сейчас Путнева там нароем, ребята. Вон еще база, я отсюда вижу. Ну да, тут можно будет покататься, только надо не задерживаться на каждой базе. Планшеты собираем. Да, и кстати, я забыл совсем, там есть кнопочка Z, ее нажимаешь, и она показывает, что можно собрать, по идее, в радиусе там в определенном. Ох, смотрите, вот это все же можно спилить, по идее. Угу. Так, вылазим. Что-то она ничего мне не показывает, эта кнопочка. А, вот. Есть. Так, ладно. Так, что это у нас? Это у нас какие-то улучшенные колодцы, наверное. Да. Я, по-моему, такие уже открыл, только я еще не строил. Или не открыл. Да, по-моему, что-то подобное у меня есть уже, похоже. Так, окей, идем внутрь. Меня что-то здесь показало. Да, вот в ящике лежит. Так, здесь, ну, судя по всему, нету, да. Давайте ящик открываем. Забираем аптечку первой помощи. Забирай. Так, ну, судя... Вот, слушайте, если сейчас открою шкаф, и в шкафу что-то будет, ну, это прям будет печалька. Тогда этот Z-кнопочка не работает. Есть у меня такой, знаете, момент недоверия. А что если, как говорится... Так, о, удобрение. Забирай, конечно. На всякий случай, давайте я вот проверю все их. Так, ладно. Не обманула, люто кнопочка. О, это ядерное топливо же, насколько я помню. Люто кнопочка не обманула меня. Так, ладно. Я, правда, ничего не варю, не пилю сейчас. Хотя тут можно много чего попилить. Ух ты. Видали, что тут? О. Есть тут что интересного? Солнечный элемент. Собирай, конечно. А почему тут ничего не показывает? Стальная пластина, давай. Цемент, давай. Конечно. Мешок цемента с собой таскаем. Нормально. Но это для веса. Так, о. Контейнер для семян. О, это новое семя. Это, кстати, что мы там подсобрали? Давайте глянем сразу. Свекла. Свекла. 100 пудов свекла. Да, надо будет ее посадить. И знаете, что я сейчас подумал? Я сейчас довольно быстро забью... Ух ты, планшет, видимо, здесь, да. Забытый планшет. Я сейчас довольно быстро забью карманы. Да, вот еще что-то тут лежит. Надо будет... там есть возможность открыть... Сейчас, где? Сейчас я вам покажу. В механике. Вот этот ящик. Да, его надо будет нам открыть. Нам внедорожник поставить. И тогда можно будет подольше кататься. Потому что, в принципе, у нас времени хватает. Пока что. Так, ну я вот здесь все собрал. Ничего пока не пилил, ребят. Просто собираю. Что здесь? Так. О, малая печатная плата, давай. Кстати, вот его можно спилить. Что мне даст это? Ну, особо ничего такого не дало. Лучше на улице что-нибудь попилить. Так, это что? Это еда. Да, вот я про что и говорил, с едой пока у нас все нормально. Так, это что мы сейчас спилим?
Это я просто дверь спилил. На улицу, выход. Так. Здесь налево ничего. Пошлите там пройдем. Так, ну пока больше ничего не вижу. Ну так, немного. Думал, побольше что будет интересного. Так, пойдемте, там еще базу я видел. И хочу вот этот улучшенный один разобрать, посмотреть, что это даст. Так, маленькая труба. Стальная пластина. Ну так себе. Много стальной пластины и маленькой трубы. Так, а это что? Стоит его разбирать или он как жахнет сейчас? Давайте попробуем. Короче, кучу стальных пластин просто мне сейчас дадут. 100 пудов. Пакет шурупов, алюминиевая пластина. Так, ладно. Погнали туда. Вот вторая база где-то рядышком тут была. Вон еще, кстати, базочка, видите ли. Так, а это что за... Это что тут такое? Что за кругляшок тут? Ого. Еще и с вопросиком. Тут что-то найти надо. Да, ну эту базу я уже обчистил. Это однозначно, тут ничего нету. Так, значит, давайте... Давайте вот сюда двинем. Давайте. Опа. Сюда можно будет, ребята, знаете, потом, когда мы марсохода откроем, и по всем вот этим базам просто проехать и болгаркой вот это все поспилить. Можно кучу-кучу, да и надо ли оно будет, вот не знаю. Короче, посмотрим. Не знаю, сейчас я пока не вижу смысла вот прям болгаркой там махать ходить. Ресурсы пока хватает. Конечно, приятно, когда ты приехал, у тебя уже всего полно. Да и так все равно попутно я там где-то что-то там порезал, поварил. Так, ну база довольно-таки тоже не маленькая, ребят. Так. Что за прикол? Зачем здесь метка? Это просто центр. И здесь в этом центре искать, да, что-то. Так, хорошо. Допустим. Давай так, удали. А, у нас есть вот две еще базы. В принципе, больше я тут баз не вижу. Окей, давай сюда. А зачем нам отмечаться? Пошли вот это вот просто сейчас проедем так. Главное, на время надо поглядывать, ребят, не забывать. Ох, а там он, видали, что там? Тоже какой-то ангар. Короче, надо это, сюда приехать еще раз по-любому. Это однозначно. Ух-ух-ух, сколько тут мусора-то. Вот я раздолье для болгарки-то, ребят. Смотрите, тут солнечных панелей-то сколько. Это вот стопудово солнечные панели будут. Нет? Это несколько странно. А, вот, ну. Я ж солнечную батарею, эту, солнечную, да, панель пилю. Как это она? Что? А, новая технологическая точка, вот видите. Так, ладно, окей, давайте мы не будем... О, планшет прям сверху лежит. Прикольно. Забрал. Так, что-то еще есть тут? Пошлите внутрь, зайдем. Вот эту мы сейчас обработаем. И, наверное, все-таки стоит двинуть нам куда-нибудь. Дальше. Так, что тут? Это там, а не тут. Так, что? Продукты. Отлично. Так, здесь что-нибудь есть? Здесь, походу, ничего нету. Да, тоже попала под раздачу данная база, судя по всему. Так, мне сюда как-то надо попасть. Вот. Тут у нас платы.
Кстати, здесь плата лежит, походу. Ну, открывай, открывай. В смысле, не... А, это не плата. Ну, еда тоже пойдет, тоже нормально. Так, аптеку давай. Тут что-нибудь есть? Ну да, я так думаю, что он бы показал, если бы что-то тут было. Поэтому можно не открывать все ящики. Не тратить на это время. Так, что здесь у нас? Стеклянная панель. Забирай. Так. В этих ящиках ничего. Там вот эту панельку надо забрать. Не оставлять же ее тут. Так, сюда иди. Давай. Так, окей. Здесь я облазил. Это и все, что ли, получается? Погодь. Ага. Погоди. Так, куда я смотрю? Я смотрю вот туда. Вот на эту базу я смотрю. Выглядит она многообещающе. Тут я был. Тут мы были, да, вон в той базе. Ну, давайте я вот так вот еще вокруг обойду. На всякий случай. Вдруг тут где-нибудь что-нибудь лежит, ребят. Потому что осколков здесь полно всяких разных. Так, а тут что? А почему он мне не показал, что там? Или там нет ничего? А там нет ничего, понятно. Поэтому не... А, или я ее обобрал уже. Ящик этот. Так, окей, поехали -те туда. Я думаю, оттуда надо будет рвать когти на базу. Прям рвать. Да закрой, пожалуйста. Да ё-моё-то, ты чё? Закрой. Еще инвентарь полон. Я еще, знаете, что хочу попробовать, ребят? Я хочу попробовать вот эти чертежи. В каких-то играх, знаете, такое можно провернуть. Ты сохранился перед тем, как, допустим, прочитать какую-нибудь штучку, типа чертежа, ну или как в данном случае планшет. Ух, ничего тут барахла-то сколько, ё-моё. Вот, а потом, собственно, открыл, посмотрел, если тебя не устроило, что-то открыл. По новой заходишь опять. Так, плата. Нет, здесь ничего нету. Тут у нас еда. Ну, тут прям нормально так валяется всякого барахлишка. Давайте мы его подсоберем. Иди сюда. И плата, иди сюда. А, серьезно? Вот я о чем и говорю. Прям не фонтан. Так. У меня, кстати, дерево технологии открылось. Материалы. Но это не то. Мне механика нужна. А, для механики надо пилить побольше. Да, блин, что-то все-таки придется ехать сюда, ребят. Потому что плату я собрать не могу. А не нужны платы-то, по идее. Так, давайте посмотрим, может, тут планшет еще где есть. О! Как интересно. И как ее там забрать-то? Алло. Ладно, лежи тут, тут хотя бы я тебя подниму потом. Видали, куда плату запрятали? Вот это да! Так,
Я, знаете, что хочу посмотреть? Двигатели у меня вообще есть? Имеются? Да, имеются малые двигатели, поэтому я думаю, вот... Так, это что у нас? Это электроника. Пошли наверх. Что тут наверху у нас имеется? Так, это точно не верх. Это тоже не верх. А как сюда за... Как вот отсюда брать? Почему вот так вот делают, а? Не берет? Так, вот тут планшет. 100 пудов. Что это было сейчас? Открой дверь. Забери планшет. Да ладно. Короче, все, ребят. Ехали отсюда. У меня полные карманы. Надо карманы освободить. И потом мы сюда вернемся обратно. Так, у меня метка здесь стоит. Нет, не стоит. Давайте мы его сделаем вот так вот. Отслеживание. Отлично. Так, а эту удали метку. И вот эту тоже удали метку. Или пусть они стоят, метки, ребят. Они же не мешают. Да, пусть они стоят, короче. Метки эти. Ой, я что-то тут их наделал-то. Удали. Вот, все, одну оставь. Все. У меня все равно только за желтое отслеживание идет. Так, где мой вороной конь? Конь, ты где? Конь, ты где? Вот он. Так, жмем L, включаем свет. Ехали домой. Быстро, бегом. Все. У меня как минимум пару планшетов уже есть. И надо будет вернуться еще за этим планшетом. Сейчас мы с вами там на базе попробуем эту технику, которую я вот сейчас вам говорил. Попробуем сейчас загрузить и потом проверить. Если не понравилось, еще раз загрузить. И вот так вот пройдем. Да, ребят, мне кажется, я вовремя выехал. Еще бы чуть-чуть, и мы бы опять с вами бы в последние секунды или бы не успели. Так, дом, милый дом. Подчаливаем. Вау! Все, выходим. Так, идем сюда. Закрывать. Так, ну а собственно, зачем я сюда приперся? Нам надо же туда, по идее, чтобы поставить еще один шкаф. А еще один шкаф-то я и не поставлю. Так, пошлите, что мы можем выгрузить. Мы выгрузим сюда. Да все, без паники. Так, свет выключаем. Давай в ящик. Что мы здесь можем в ящик? Так, ну мы можем солнечные панели. Да, можем солнечный элемент. Мы можем двигатели, да. Мы можем маленькую трубу, мы можем электронику. Так, вот эти вот, они соединяются? Да, соединяются. Почему-то он сам не перекладывается, ребят. Не знаю почему. Надо именно ручками его переносить. Так, ну панели не складываются вместе. Это печально. Так, вот они, два планшета. Почему тот планшет у меня не взялся? Он же должен был третьим лечь сюда. Странно. Вот, стальная пластина, видите, она не перекладывается сама. То есть это надо вот так вот переместить все. А, вот так вот можно было даже, вот так. Даже вот так вот можно было переместить все. Так, ну ладно. Я, в принципе, все переместил, лишнего ничего не переместил. Так, контейнер для семян. Так, семенами мы с вами потом займемся. Давайте контейнер для семян сюда. Аптечка первой помощи, максимум 10 мы можем с собой возить. Понял. Так, монтажные платы. Малую монтажную одну надо возить с собой. Там вы мне подсказывали, что лучше с собой возить. А пасянски, так, большая. И вот это у нас кто? Стеклянная панель. Так, окей. Хватило мне выгрузить все, что надо было. Так, что здесь? Картофан у нас весь вырос, да? Да, он весь вырос. Так, а я ящик-то так и не сделал. Так, закрой. Ну, давайте мы
тогда маленечко отвлечемся. Так, мне по-любому он спать, говорит, хочу. Для этого надо покушать. Так, а где у нас еда? Вот она, еда. Употребить. Так, огородом давайте чуть попозже. Я хочу до конца разобраться с тем делом. Так, кислород. Дружище, давай ко мне наполни баллон. Так, в смысле не нужно наполнять? Подожди. Это мы сейчас исправим. Еще раз. Наполни баллон. Отлично, молодец. Забрал баллон, закрыл дверь. Все, погнали. Там сейчас ужасно холодно будет. Так, ладно. Мы водичку будем пить утром. Сейчас мы будем спать. Итак, растения увядают. Сейчас они у нас не будут увядать. Видимо, электроэнергия все-таки подзакончилась, ребят. Так, ну тут, в принципе, мне не надо ничего. В смысле увядают? Там всего должно хватать. Ты мне это брось. Так. Нет, все, картофан на месте. Но его надо собирать, по идее, ребят. По идее, надо картофан собрать и пересадить сюда, чтобы он здесь продолжал расти. Так, окей, хорошо. Давайте мы сделаем ящик для растений. Что надо? Маленькая труба. А, вот это вообще надо сюда, ребят. Ё-моё. В инвентарь. Давайте, вот, инвентарь принтера. Почему он мне в принтер толкает этот? Камни все. Ничего не пойму. Я вот уже какой раз перекладываю. Так, вот эти вот все ресурсы. Зачем они мне в карманах? Так. Отлично. Давай, теперь это у нас все сюда отлично пойдет. Вот так. И еще три ячейки свободны. Еще сюда можно что-нибудь положить. Так. Но отсюда ничего не надо. Да и в принципе все. А, ну вот еще давай цементный раствор. И вот эта вот штука у нас. Стеклянная панелька одна. Вдруг пригодится. Где-нибудь. Так, принтер. На. Итак, а зачем вышел? Ящик сделай один, пожалуйста. Кстати, я же хотел попить сгонять. Давайте, пока печатается, я сгоняю, попью. А, и нам надо бы вот эту вот зарядить. Короче, мы на этот день, наверное, не пойдем никуда. Давайте мы здесь замутим следующее. Так. Давай, дружище. Отцепляйся. Сюда прицепляйся. Все, пусть заряжается. А я побежал, водички попью. Так, и вторую бутылку давай отсюда же наполним сразу. Отлично, спасибо большое. Чпоньк, погнали. Скафандр давайте сразу зарядим. И в принципе-то да, я полностью готов к труду и обороне. Но, тем не менее, надо нам еще наш квадрик заправить. А он уже подразрядился. Мы еще и со светом обратно ехали. Так что не будем спешить. Не будем, ребята. Спешка, знаете ли, нужна при ловле блох. Так, у меня что там есть? Я хотел открыть... так, из этого.
У меня, кстати, жилая капсула-то открыта, ребята, да. И давайте мы ее сразу, раз уж остались мы здесь, мы ее сейчас построим. Жилую капсулу. Так, новая технологическая точка. Электричество. Электричество, ну, мне некуда. Ну, давай, вот, обеспечивающее эффективное уменьшает расход энергии. Ну, давайте мы улучшим скафандр. Больше мне некуда, мне надо открывать технологические точки. Так, в ботанике ничего нету. Все, собственно. Так, электричество, этот, кислород, вода, все имеется. Все, нам надо провернуть наше с вами дело с планшетами. Итак, пойдемте там, где у нас тепленько будет. Вот так, отлично. Во-первых, надо пересадить растения. Это вообще как бы максимально важно, я думаю. Так, ящик забери. Так, теперь инвентарь. Давай вместо сеялки возьми ящик. Так, берем. И погнали собирать. Так, шестерка. Опа. И чпок, 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 чпок. Что-то звук такой, как будто я его... Странный какой-то звук. Вам не кажется? Как будто я мастерком работаю, ёк-макарёк. Так, сколько мне надо? Раз, два, три, четыре. Четыре еще надо собрать картошки. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, три и четыре. Так, все. Картофан собрали. Это закрой. Блин, будет дополнительный расход энергии. Слушайте, а если я просто его соберу сейчас в ящик? Ящик пусть будет со мной. Завянут они или нет, а? Ну, есть только один способ узнать. Так, отлично. Все, это можно выключить, а тот включить. Идем. Так, вот это выключаем. Так, давай сперва включим. 1,3 энергии. И водички 3,6. Отлично. Окей. Так, ну и все. Здесь пошла жара. У меня в карманах пусто. Почти. Ящики, я думаю, можно в холодильник. Слушайте, давайте попробуем. Где он у нас? Подожди, где он? Он у меня вот здесь лежит. С растениями. Давай мы тебя сюда положим. А следующее надо будет посадить свеклу, ребята. Да. Я думаю, это будет правильно. Окей. А, ну что, давайте приступим. Итак, сохранить. А, ну вот. 4 единички, которые у нас... 3 единички, окей, да. И смотрим. Открываем. Читаем. Использовать. Большой сменный аккумулятор. После первого контакта с поверхностью Красной планеты мы начали работу над усовершенствованием транспортных средств. После второй экспедиции на Марс я могу с уверенностью сказать, что это незабываемый опыт. Мне удалось завершить свое последнее задание и модернизировать это транспортное средство. В общем, грузимся по новой. Так, пробуем. Значит, в прошлый раз он у меня дал большой аккумулятор. Что здесь? Спектральный детектор 3. Как оказалось, спектральный детектор можно использовать не только для поиска источников воды, но и для сканирования марсианских горных пород. Это помогает не только увеличить объем добычи, но и сократить потери на этапе извлечения готового к обработке сырья из добытой породы. Слушайте, спектральный детектор. А я его так не могу, да, найти. То есть это я его могу только вот... да, третьего уровня. Это только я могу его найти. Так, ну нет, ладно. Давайте мы еще разочек сделаем с вами загрузку. Но это работает, слушайте, да, поменялось. То есть в прошлый раз был аккумулятор, сейчас спектральный детектор. Или оставить спектральный детектор. Ладно, он еще потом попадет мне неоднократно, я думаю. Так, пробуем еще раз. Смотрим.
Паяльная горелка. Мы получили интересный проект по повышению точности паяльной горелки. Проанализировав все чертежи, мы были вынуждены внести необходимые изменения, чтобы дополнительно увеличить эффективность и удобство использования. Нам ничего не оставалось, кроме как вернуть проект детектору. Проект будет иметь право на существование только после его одобрения. Не будет паяльной... Так, короче, еще давайте разочек. В общем, вылетает в основном... Пока улучшение. Смотрим. Спектральный детектор 3. Опять что ли? Ну не, так не интересно. А второй что покажет? Большой сменный аккумулятор. Короче, сейчас еще раз попробую. Если опять спектральный детектор там 3, я его оставлю. Пока что он меня не хочет. Что-нибудь более путнего. Хотя, что путнего-то более? А, ну вот это вот фика, или как она называется, не помню, ребят. Да, вот ее бы мне и надо, чтобы мне дальше-то технологию развивать, продвинуться. Пока на данный момент не движется ничего. Так, давайте еще разочек попробуем. Потому что пока только инструмент. Отбойный молоток 3. Это уже интересно. Отбойный молоток 3. Слушайте, прям заманчиво. Отбойный молоток 3. Это же классно. Я его, поди, еще и сразу смогу сделать. Технологическое древо, механика. Так, отбойный молоток 3. Ну нет, до него далеко. Да нет, вот можно следующим его и сразу шлепать. Слушайте, у меня все открыто. Окей, я отбойный молоток оставлю, ребят. Потому что, ну, мы ресурсы часто добываем. Так что отбойный молоток 3. Это как бы тема. Давайте перезапишем. У нас остался один планшет. Давайте мы его погоняем. Так, теперь следующий планшет. А ну что, в смысле, что уже загружать? Давай следующий планшет использовать. Опять спектральный детектор? Да нет, ты запарил. Давай что-нибудь интереснее. Так, ну давай что-нибудь интереснее. Ну, мне надо двигаться дальше же. Замедленное засыхание. Успех первых проектов по выращиванию растений на Марсе зависит от выведения новых видов, пригодных для употребления в пищу и гораздо более адаптированных к марсианским условиям. Примечание. Испытания по контролю уровня энергии, вырабатываемых растениями, требуют много времени. Нет. Ну, как бы мы пошли далее. Давайте еще попробуем, потому что уже другой чертеж появился. Так, смотрим. Еще одна попытка. Ну, давай. Спектральный детектор 3. Да у меня второго еще нету, а ты мне уже третий. Я все равно его сейчас не сделаю, спектральный детектор 3. Или что? Или мне для того, чтобы его сделать, как раз и надо? Не, вообще нелогично. Для того, чтобы спектральный детектор, чтобы детектор 2 сделать, нужно открыть чертеж спектрального детектора 3. Серьезно? Отбойный молоток, это мы сделаем. Давайте посмотрим. Ну, я не вижу. Горелка 3 вот еще может быть. Нужен чертеж. Мне такая выпадала. Чертеж для болгарка 2 у меня открыто. То есть я ее могу, в принципе, делать. Измельчитель только надо будет открыть какой-то. Но спектральный детектор 3, он тоже только находится, ребят. Поэтому, ну, давайте я его оставлю, наверное. Да, спектральный детектор 3, я его, наверное, оставлю. Пусть он будет. Верстак открыт, чертеж есть. Отлично. Так, что я думаю? Раз мы с вами здесь сейчас находимся, у меня... происходит беда, во-первых, с энергией. Так что, я думаю, надо, наверное, поставить... нам дополнительно один. Да, кстати, давайте сохранимся в этом месте. Правильно мне тут игра подсказала. Так, давай. Да, хочу сохранить. Отлично. Так, а нужно нам еще один улучшитель вот сюда поставить. Потому что батарейки у нас не успевают зарядиться. Так, идем. Чертежи, давай, чертежи. Электричество.
Улучшенной аккумуляторной батареи нет, а вот улучшение трансформатора, да. Давай, и 8 батареек можно будет поставить. Блин, что там не хватает-то, подожди. Так, давайте так сделаем. По-моему, B кнопочка у нас сразу чертежи открыть. Да? Да, совершенно верно. Вот так возьми, все отлично. Хорошо. Алюминиевая пластина, пакет шурупов и электроника. Ну, это все мы сейчас возьмем. Так, открывай здесь. Подожди, не здесь. Вот здесь. Опа. Инвентарь. Значит, что мне тут надобно? Алюминиевая пластина. Где-то у меня. Вот она. Так, разделить. Нет. 5 из 20. Там скольки? Вот. Алюминиевая пластина есть. Потом, что еще мне надо? Пакет шурупов. Разделить. 4. Окей. Давай сюда. И электроника мне нужна. Где ты? Вот она. Разделить. Разделить, я сказал. 3. Окей. Шикарно. Все. Так, все для трансформатора есть. Потом давайте сейчас набросаем сразу там батареи и подсоединим их. Может быть, стоило для батареи сразу все взять. Отлично. Ну, тут у меня уже целое поле батарей. Окей. Так, что я забываю? То, что Б жмем сразу и все. Во. Электричество. Батареи. А, малая труба. Туда-сюда. Короче, все это надо брать. Давайте сразу возьмем и не будем там морочиться. У меня, в принципе, все это есть однозначно. Так, заходим в шкаф. Нет, у меня не в шкафу, у меня же здесь все лежит. Инвентарь. Принтер. Давай вот так вот все забери, да и все. Да, всего полно. Отлично. Все равно красным горит, да неважно. Так, ну тут нам надо 8 штучек поставить. Я думаю, в принципе, ну на 8 вряд ли, на 4 точно хватает. Давайте для начала 4 поставим. Так, чертежи, электричество, батареи, погнали. Так, начинаем отсюда, да? Раз. Два. Три. 4. Ну, 5 у меня должно войти, ребят. 5 батарей должно. 5, на 5 должно хватить материала. Давайте. Варим. Как-никак, это 30 киловатт плюсом будет сразу. Так, да. И у меня, в принципе, что-то там кончилось. Ну, собственно, пластина сама и кончилась. Так, жмем пятерочку. И теперь все это дело надо подключить нам, чтобы это все начало работать. Побежали скорее, 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 скорее. Чпоньк. Следующий. Пятерочка. Ну, можно будет еще потом 3 поставить попозже. Итого у меня сейчас приходит 102 киловатта, и все прямиком идут на батарейку. Батарейка получает 102 и 55 тратит. Ну вот, теперь есть все шансы, что он будет заряжаться в течение дня. Так, все.
Здесь у меня куда тратится? У меня 5 киловатт туда тратится, 49 туда. В принципе, все. Все работает. Мой конь что там заряжается? 74%? Да, нормально, пусть заряжается. Я думаю, за день он зарядится достаточно, чтобы нам двигаться дальше. Так, хорошо. Значит, что, ребят? Получается следующее. Можно посадить свеклу. Теперь, я думаю, в принципе, можно не переживать. Закрывай. Давайте мы это и сделаем. Свекла у меня где-то здесь. Сразу за приятное с полезным замутим сейчас. И где-то здесь же у меня этот был. Разбрасыватель семян. Да, все, отлично. Идем сюда. Инвентарь. На шестерочку ставим разбрасыватель семян. Открываем. Берем шестерочка. Свекла, да. 5%, ну, сколько есть. Так, ну, свеклу будем только размножать. Есть мы ее не будем. Так, давайте мы ему туда пустим, свекле. Электричество и водички. Вот, пошла. Пошла тема. Все, свекла у нас работает. Что-то там у тебя увядает. Ничего там не увядает. Так, давайте чертеж выключим. Нам не надо смотреть на это все хозяйство. Пойдемте делать коридор. На выходе, вон там он. Ставить жилую капсулу для начала. А потом дальше уже будем посмотреть. Ну да, дальше уже будем посмотреть. Так, я надеюсь, коридор у нас не будет требовать электричества, а то это прям по дичи будет. Так, коридор, давай мы тебе вот такой поставим, вот такой вот. Во. Так. Вот такой. Вот такой, да? Да. Так, все. Хорошо. Коридор. Есть проход? Или там надо будет вот такие шлюзы ставить? Или все-таки есть там проход? А, ну тут просто вот без дверей вообще, да, будет у нас? А, вот так. Все понятно. Ладно. Ну и пошлите тогда... Что мы тут? Ну... Пошлите жилую эту поставим. Надо, наверное, вот этот все-таки разобрать и переделать. И мы сделаем вот такой коридор лучше. Вот такой вот. Да. Так, хорошо. Сюда мы... повешаем жилой модуль. Капсула выживания нет. Вот, гостиная. Подожди, не понял. А, это вот сюда, видимо, надо. Подождите, это вот так вот, видимо, ставится. Ну-ка сейчас. Подожди. Отдельные капсулы. Чпок. Так, сразу сюда не приклеится. Приклеится. Вот он. Ну вот, отлично. А сюда ванную комнату, значит, да? А сюда, значит, ванную комнату давайте мы забубеним. Ну, здесь, соответственно, то же самое надо поставить. Вот этот адаптер. И ванную комнату. Чпоньк. Отлично. Так, теперь давай это все заварим. Ага. Отлично. Так, эту капсулу, я надеюсь, не надо подсоединять отдельно. Так, растения увядают. Мне не хватает энергии. Стопудово. Да. Сколько не хватает? 3 киловатта надо. Да это ж фигня вообще.
Туда 3, сюда 3. Итого 56 киловатт. Замутим сейчас, чтобы у нас сюда приходило. Так, нам надо сюда 5 и туда 56. То есть 61 нам киловатт надо, чтобы сюда уходил. 61 киловатт. Давай 61 пока оставим. Отлично. Так, здесь мы сделаем 6, вот 5,5. Все остальное сюда. 55 киловатт. Так, ну должно все хватить теперь. Да, зеленым горит. Пошлите. Проверим. У меня должна быть вода сейчас в капсуле. Прям вот вы не поверите, но у меня должна быть вода. Так. Тут мы можем все использовать. О, здесь у нас есть емкость для отходов. Отлично. Вы представляете, сколько дней я в туалет не ходил? Вау, классно как. Все, закрой воду. Стирать не знаю, что можно. Отлично, ребята, потихоньку база приобретает очертания жилого модуля. Так, мы можем уже здесь, я думаю, ночевать. Он тот же модуль, скорее всего, капсула выживания. А здесь у нас гостиная. Вот мне интересно в гостиной, что у нас будет. Так, это что такое? А, все убралось. Отлично. Так, ну я думаю, можно первую ночлежку сделать уже здесь. В нашем новом доме. Так, опять не хватает энергии. Ё-моё. Так, давайте киловатт накинем сюда еще. Так, ну да. Шестьдесят два. Не позеленело. Так, блин. Что-то я потерялся еще раз. Здесь мне 5 хватит. Вот. 57 киловатт. Недостаточно? Блин, сколько надо-то тебе? Так, давайте еще 1 киловатт закинем. Сюда мне 5 хватит. 58 киловатт. Так, все. Есть. Все, 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 ухожу. Минус 51 градус. Надо думать. Так, все, идем сюда. Отлично, ребята, моя первая капсулка. Вот, кстати, в прологе я мог в ящики ложить. Здесь я ничего в ящики класть не могу. Вообще, от слова совсем. Закрой все. Так, ну и все, в принципе. Больше тут ничего интересного мне тогда нету. Тут чисто только заночевать у нас, да? Так, давай скушаем кушанье. Употребить, отлично. Значит, что у нас? С водой у меня все мазя. С кислородом практически тоже. Так, что? Давай спать. Давай спать. До 7:30, я думаю, ты можешь поспать. Давай. О, ребята, за сколько времени? За 20 с чем-то суток первый раз сплю лежа. Oxygen. 50%. Suit power 75%. Так. Шикардос. Все. Можно отсюда идти. Мы переночевали. Это говорит о том, что энергии хватило, ребята. То есть мы успели накопить. Это то, что я, считайте, в середине только набрал. Блин, что-то свекла вообще так вяло растет. Ладно. Так, что картофан? Картофан у нас, ну, почти дорос.
Так, давайте мы разгрузимся. Не ехать же опять меня с забитыми карманами. Так. Свекла, да, тоже сюда перекинь. А все равно он пустая. Пустой контейнер. Что на него смотреть-то? Так, здесь мне ничего не нужно. Здесь пусть все и так и стоит. А здесь, собственно, тоже. Так, ну и все тогда. Давайте заправим кислородом. Так, что у меня здесь? Поставь и наполни кислородный баллон. Так, закрывай. И здесь воды. Воды. На, используй. Отлично. Бак заполнен. Шикарно. Все. Закрой. Ты чё, мы на Марсе? Так, ну все, у нас можно переработчик продуктов дальше ставить. Но для этого опять энергия нужна, ребята. А этой энергии мне уже мало будет. Так что надо бы как бы открыть мне. Смотрите уже, какая поляна у меня солнечных панелей. Ну еще 3 я могу поставить. Это, грубо говоря, еще 18 киловатт. 102 плюсом, да, зарядка идет. Да. Окей, ладно, давайте трогаем. Полетели. Нам планшетки нужны. А стоит ли ее теперь заряжать-то вообще? Нафиг она нужна, честно говоря. И вот эта вот солнечная панелька тоже на... Блин, я ее потерял, где он, думаю. Она тоже, в принципе, стала бессмысленной. Окей, ребят, трогаем. Полетели обратно. А, у меня, кстати, этот же появился. Стой. Давайте посмотрим, что мы можем открыть. Технологическая точка по электричеству. А да ничего. Ничего я не могу открыть. Мне надо открывать вот что. И здесь я ничего не могу. То есть большой смены. А он меня, кстати, выпрыгивал. А что я здесь могу? Так, дополнительный... Улучшение дополнительного аккумулятора. И... Улучшение увеличивает емкость аккумулятора в транспортных средствах, марсоход, марсианский. Да, но это просто улучшение. То есть, ну... Ничего я не могу выучить сейчас дальше. Все, встали. Вот мне бы сейчас среднюю панель солнечную бы. Но нет. Поехали, ладно. Поехали собирать. Может, сейчас еще найдем планшеты там. Там потому что что-то прям дофига и много прям всякого разного. Пейзаж прикольный. Можно сказать, прям завораживающий, ребят. Неужели в тех скалах тоже что-то есть? Очень интересно. Так. Ну да, ребят, это не конец. Хотя нет, вот видите, черта. Может, это все-таки конец карты? Я эту черту и видел. Может, сюда стоит проехать? Прям интересно. Так, ну тут вот база есть. Ладно, не будем мы туда тратить время. Потом, если что, я сгоняю туда отдельно. Так, окей, у нас здесь... Много всякого барахла было, я помню. Так, подожди. Как-то внизу. А как мне у тебя забирать внизу? Очень интересно. Смотрите, сколько там внизу их. А-а-а, ребята, это то, что я брал, короче, и оно упало туда. Почему-то. Очень интересно. Блин. Ну это прям печально, слушайте. Если я не смог сразу подобрать. Вот смотрите, он под базу у меня вывалился. Ну это прям вообще дичь. И как мне теперь оттуда забирать ее?
Блин, прикиньте, вот это поворот. Вот это поворот. Я бы даже сказал, досада. Это я теперь могу только здесь забрать, когда у меня болгарка третьего уровня будет, я так понимаю. Планшет вот здесь вот, смотрите, лежит. Или там нет, там планшет был. Так, тихо, иди сюда. Ну, имейте в виду, ребят, вот такая вот фигня происходит, короче. Если ты сразу не забрал, вот не влезло у тебя в инвентарь, оно все провалилось вниз. Под базу. И из-под базы теперь не заберешь. Прям грустно. Ладно, не будем тратить время, значит, не судьба. Мне у этой базы что-то брать. Давай значочек мы вот сюда исправим на вот этот. Просто поставь маркерок и все. Все, что я тут был. Вот, мы будем белыми ставить, это то, что я тут был. Отлично. Так, теперь давай вот сюда поехали. Так, где у меня конь мой? Поехали. А давайте вот эти вот ящики спилим. И вот эти вот антенны. Чё ж я зря приехал, что ли? Солнечные элементы как раз у меня кончились. Электроника, вот все тут есть сейчас. Ну, смотрите, как богато здесь. Да, сразу давайте возьмем. А то потом опять, что зря приехал. Давайте попилим. Сейчас на ту базу еще, там планшет еще возьмем. Так, ну пойдет немного, ладно. Погнали дальше. Ох, ничего, смотрите, сколько тут камней. Обалдеть. Обалдеть, сколько тут ресурсов, ребята. Это капец, собирать не пересобирать, это 100%. Воу. Так, вот она еще одна база. Но она похожа на другую, на которой я уже был, кстати. Надеюсь, это не она же. Так, ну нет, тут что-то есть, значит, меня тут еще не было. Так, это что у нас? Аптечка. Так, здесь что-то. Шурупы. Так, где-то еще. Давайте сперва на предмет. Что-нибудь интересного. Ну, еда, это интересно. Учитывая, что я еще свою переработку еды не наладил. Я думаю, ребят, как технологии все откроются, то вот в этих путешествиях уже как такого смысла нету. Так только занять себя чем-то. Еды здесь много. Еды много. Так, что здесь? Блин, ни одной панели, ни одного планшета. Ну, это грустно. Так, новая технологическая точка. Там у меня свекла, видимо, подросла. Угу. Так, вот это тут все разбираешь, я не помню, что он дает.
Да, чисто стальные пластины и все. И алюминиевая пластина. Ну, понятно. Так, ладно. Беспонтовенько. Так, а где мой конь? Он где-то там, на входе в ангар. Так. Здесь богатенько. Маленький двигатель есть. Электроника. Вот этих плат не было, насколько я помню. Это я улучшение спилил. А здесь точно нету. Так, окей. Поехали вон туда, видите? Вот я вот на нее сейчас смотрю. Так, все, беленьким делаем. Чтобы она нас больше не сбивала с панталыку. Но тут нет ни хрена интересного, ребята. Слово совсем. Так, 15.34, в принципе, это еще сейчас туда и все. Ох, 2 километра пилить, ребят. То есть как бы нормально так пилить обратно. Поэтому я думаю, в 5 часов, максимум в 6, это прям бегом бежать надо. А может быть прям в 5, наверное. Сейчас посмотрим, что здесь. Что-то я ни одного планшета за этот путь не нашел. Я думаю, белые маркеры я буду ставить для того, чтобы понимать, был я на ней или не был на этой базе. Потому что я так понимаю, этих баз здесь, ой-ой-ой, сколько много. Чтобы потом не путаться и понимать, что ты там что-то обходил, что-то нет. Собирать болгаркой можно здесь где угодно и сколько угодно. Но баз здесь, в принципе, я скажу, дофига. Вон еще, смотрите, какая база здоровая вдалеке. А вдалеке это вот эта база, походу, да? Вот прям сразу у края. И большая такая база, кстати. Давайте мы ее пожелтим. Вот. Чтобы я потом на нее съездил. Это потом. Сейчас давайте здесь пройдемся. Так, идем. Заходим. Что тут есть интересного? Покажите-ка мне, ничего не прячьте от меня. Так, стальная пластина. Конечно, это важно. Еда. Так. Еда. Опять еда. Ну, еды полно, я понял. А что-то кроме еды еще будет? Ну и нифига. Пилился вот сюда. Для чего? Нифига нету, прикиньте. Пошли вокруг, обойдем пешком. Может, на улице что есть. Так, тут что нам даст, вот если вот это спилить? Ну, интересный такой пакет. Ладно, сюда надо ехать целенаправленно, вон на ту базу. Она довольно большая, кстати. Так, ну мы сейчас туда не поедем. Мы поехали сейчас на базу обратно. Вау! Авария! Прикиньте! Так, у меня где-то ремонтный набор же был. Ёлки-палки, я ремонтный набор с собой не взял, прикиньте. Вот это поворот. Офигеть, первая авария. Будет печально, если я сейчас кони двину, ребят. Сохранился я довольно-таки давно. Да, вот начинает мне тут про кислород говорить. Но у меня ремонтный набор есть один. Тихо. Хорошо, хоть этот у нас не сломался. Наш боевой конь. Да, блин, не падай ты, поехали.
Нам дофига еще ехать. Блин, я надеюсь, я успею. Мне не придется переигрывать и собирать все по новой. И это прям будет, конечно, печально. Так, кислород 50%. По идее, должен я успеть. У меня еще баллон кислорода в этом. В кармане есть. Так, обнаружена утечка кислорода 30%. О, а что ты? Ускорился-то вдруг. Нормально же было все. Открывай. Опа. Снимай. Ух, ребята. Я, можно сказать, на последнем издыхании прибежал. Так, у меня где-то есть ремонтный набор. Ну, был, по крайней мере. Это я точно помню. Я же им не пользовался. А где он? Че, он здесь, что ли, лежит? Серьезно? Он у меня с собой был. Вот. Внимательность зашкаливает. Ну и ладно. Я приехал, и на том спасибо. Неисправный шлем скафандра. Так, а... Использовать. Шлем скафандра. Все, отлично. Теперь он у меня в норме. Так, ну и все. Выходит. Пошлите отдыхать надобно, по идее. Подожди, сюда. Бич пакетов насобирал я кучу. Так что можно один слопать. Вот такая у нас получилась, ребят, серия сегодня. Путешествия. Два планшета. Что оно дало? Улучшение оборудования. Ну а на этом на сегодня будем завершать. Понравился ролик, ставьте лайк. Есть что сказать, пишите в комментариях. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо, что досмотрели до конца. Да прибудет с вами Джойстик. Всем пока. До скорых встреч.